Мы сейчас с вами быстро приготовим овощной суп или борщ, давайте его назовем, из серии, когда в холодильнике есть бульон. Нет бульона, значит, обойдемся без бульона. У меня было 2 ложки растительного масла, 1 большую луковицу я порезала, вот она жарится, не смотрите внимательно, чтобы не сгорела. Добавили с вами 2 крупных свеклы, можете взять 1, можете вообще не брать, по желанию. 1 такую хорошую добрящую ложку томатной пасты. Все делаем на сильном огне, быстро это все перемешиваем на сильном, потому что чтобы овощи не тушились, а слегка схватились, обмякли. И до томата я положила мелким кубиком 1 у меня картофелина. До томата. Далее добавила я к нашему овощному натюрморту квашеную капусту. У меня домашняя. Можете взять магазинную, можете взять 50 на 50. Можете просто свежую. Какую желаете, какая у вас есть. Далее нашу овощную смесь мы разбавим бульоном. У кого нет бульона, водой. Кто не пробовал, попробуйте вот сначала овощи обжарить, а потом бульоном. Вот не разочаруйтесь. Вот один раз попробуйте и потом скажете, ваше это или не ваше, пишите в комментариях. Я так практически все супы варю. Борщ, солянки, все. У меня сначала идет быстрая-быстрая обжарка, а потом я добавляю жидкость. Добавили бульон. Смотрите по густоте, как вы любите. Я люблю погуще. Некоторые любят без картофеля. Можете попробовать пару ложек риса туда кинуть. Я тоже так делаю. Попробуйте, надо все пробовать. 5 минут у нас бульон с овощами прокипел. Добавляем фасоль. У меня красная. В описании под видео количество продуктов. Ставьте лайки. Дизлайки, кому не понравилось что-то из моего видео. Подписывайтесь на мой канал, будем готовить вместе. Не забывайте, сбрасываем вес. Мне надо еще минус 2 килограмма. И я буду минус 55 лет. Если любите, чтобы фасоль была разваренная, значит ее чуть раньше надо запустить. Я добавила специи. Добавляйте свои любимые, можете добавить лавровый лист, кто что желает. У кого есть зелень и любит зелень, добавляйте. Я ничего не добавляю, так готовлю на всех, но не все у меня в семье приветствуют зелень. Кстати, я не знаю, сказала или нет, что фасоль у меня была консервирована. А то вы скажете, что это за бред, фасоль закинула в последнюю очередь. Вот такая вкуснятина у нас с вами получилась. Быстрый борщ. Я не знаю, конечно, кто-то это делает, целое мероприятие это занимает. Скажу честно, ребята, я больше получаса на кухне не нахожусь. Вот нечего мне на ней делать. Я делаю все быстро, экономно, минимум посуды, минимум времени. Я это время лишнее лучше пойду погуляю, чем-то полезным займусь. Ну, вот я такая. Мы же все разные. В этой порции где-то 370 грамм. Вы пару раз взвесьте без тары, естественно. И потом уже за столько лет я знаю, сколько у меня где грамм. Хорошая ложка сметаны. Майонеза нельзя, ребята. Давайте по-честному. Майонез, слово, забыли. Но у меня будет рецепт. Мы с вами сделаем такой соус, который нам заменит майонез. И он будет ничуть не хуже всяких соусов. Там всякой. Не буду даже рекламировать какие-то там фирмы. Всем желаю здоровья. Люблю вас по-человечьи. Подписывайтесь на мой канал. Будем готовить быстро, экономно, вкусно. И самое главное, быстро, я уже вам сказала, да, потому что от скорости все зависит в нашей жизни, жизнь летит. Все, вы были на канале «Всего понемногу». Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии, все безумно интересно. Стараюсь для вас. Люблю вас по-человечьи. Пока-пока. Уже уселась кушать, вспомнила, ребята. Все, что супы, борщи, солянки. Это у нас обед с вами, да? Без ничего больше. А ужин у нас, смотрите видео. Отдельно есть собранные ужины у нас.